Эксклюзивное моющее средство для посуды, которое не портит руки и обладает невероятным ароматом. Кожуру 6 мандаринов я кладу в кипящую воду 1 литр. 2 ложки соли, ложка соды. Когда цвет начинает приобретать золотистый оттенок, выключаем. Так, переливаем. Кожура нам больше не нужна. 150 мл уксуса и немного средства для мытья посуды, для того, чтобы пенилось. Вот такая бутылочка у нас получилась. Концентрация вредных химических веществ здесь стремится к нулю, и ваши ручки будут всегда нежными. Эффективнейшим образом отмывает все. И... боже, какой аромат. Любую грязь и жир отлично отмывает. И к тому же это экономное средство. А все идеи я беру в лучшем телеграм-канале советов по хозяйству, который так и называется «Полезный». Заходите.